Всю семью нужно накормить. Сегодня мы приготовим ромашки. Наливаем теплое молоко, сахар, дрожжи. Мы сейчас твои сосиски в тесто засунем. Нет, нет. Ну что за запах? Запах еды? Ну что за будет? Я его закруглю и уберу в теплое место. Наше тесто поднялось. Я устала просто. Я добавила сюда майонез.